А правда вот успевают народно общаться, вот когда два перерыва, да? Так. На Казанском вокзале трехколесном со свистком. Хотя это чайник со свистком. Да, со звонком. Ну ладно. Трехколесный со свистком тоже хорошо. Вот тут просто, я говорю, пришли такие памятливые люди. Пиратская с дядей Джоном. Ну это лучше. Не, я помню, что такая песня есть. Это не значит, что я ее помню. Про чудака и краски, да, недостаток краски, а больше краски не было у чудака, зеленое небо, да, но только если вместе будем петь, то споем. Хорошо, Бакин, споем, а первым идут толстые, что пора уже, трамвайчик, в конце так, пожалуйста, у меня рождение, а у меня рождение, ну что ж, сейчас, вот, давайте поздравим с днем рождения, у кого день рождения? Кто автор записки? Ушел. За них кем? Наши поздравления. А я буду поздравлять вот этой песней сейчас. И поехали. Сколько ж вам исполнилось, милый друг? Что сегодня вспомнилось, как-то вдруг. Вот бокал наполнился кое-чем. Кто сегодня вспомнился и зачем? Из огня да в полымя столько лет. Вы живете вовремя или нет? У кого не спрашивай, все зиманы, а во что окрашены ваши сны? Дни рождения странные, праздники, в них живут обман. Праздники вроде только минуло 20 лет, дунуло и скинуло, нет как нет. А ни к чему по прошлому слезы лить, лучше по-хорошему нынче жить. Наливаем рюмочки пополоней, закрываем форточки пополоней. Та-да-да-да-лай, та-да-да-дай, та-да-да-да-да-дай, та-да-дай. Наливаем рюмочки. Безусловно, из того, что просилось, что-то будет исполнено, что-то не будет исполнено. Это в следующий раз. Сегодня вообще получился концерт по заявкам. Такая стопка записок, гениальная совершенно. Можно было просто выйти и сказать так, ну, начинаем. И ждать. Что. Но это когда уже все песни вспомнятся заново. Вот. Сразу хочу сказать, что 30 декабря традицию нарушать не буду. Ни под каким соусом, 30 декабря в Малом зале будет такое легкое подведение этого сезона. Может, что-то и новое там покажу. Очень хочется. Раз пропустил, но хватит.
старенькая песня тут вспомнилась, как-то запелась. Но пока я еще ее пою и вспоминаю ощущения. Вы знаете, старые песни петь достаточно сложно, я всегда говорю, по одной простой причине. Они же ни из чего получаются. Что-то способствует, соседствует, что-то вызывает к жизни эти ощущения. А когда эти ощущения вызвали к жизни лет 40 назад с лишним, тогда и ощущения были другие, и ты был другой. И вот памятью возвращаться назад, чтобы вспомнить те старые песни, опасная штука, я всегда говорю, можно... Там может остаться, может оказаться настолько хорошо, что оттуда не захочешь возвращаться, понимаете? Поэтому, чтобы петь старые песни, к ним надо готовиться, надо вспоминать прежде всего не песни, а себя, того, ту обстановку, те годы. Вот. И поэтому старые песни так и ценятся и для слушателей, и для тех, кто слушает, потому что они вспоминают себя. Поэтому старые песни. А хочется петь новые. Чтобы показать, вот я сейчас вот такой, такой, да ладно, давай вот, что мы можем подпеть. Ну, ох, сложная эта вещь вообще, да, бардом. Но это же не догма. Будем делать и 4, и 5. Погодите про кино, сейчас я вспомню. Пронесутся день за днем.
всех ушедших подождем и встанем на поролон. Он будет полным, этот клин, где каждый в сумерках один, а вместе всем светло. И то, что было не с руки, и то, что все мы старики, растает словно дым. И пролетая зимний лес, помашем крыльями с небес таким же молодым. И пролетая зимний лес, помашем крыльями с небес таким же молодым. Ну и вот песня 40-летней давности тоже. Весело чирикая, в грудь слетели пташечки,
башни, колокольные ноги, что кому назначено, чей теперь черед, рана не зажитая, память не убитая, солнышко да полюшко, да геройский взвод, рана не зажитая, память не убитая, солнышко да полюшко, да геройский. Год, а вот песня 2019 года. В марте 50 лет исполнилось событие на острове Даманский. Так, прошло и прошло. У меня приятель живет в Сызрани, он воевал на этом острове. И все время мне говорил, напиши про Даманский, напиши про Даманский. Я говорю, ну я не могу так на заказ писать. Но, видно, тема такая. Сейчас они там что-то просят, там, тысячу к празднику, им говорят, да вы воевали на спорной территории, вы не есть, в общем. Ну, то, что 58 человек погибло, это плавно. Ну, в общем, в январе, в один из дней просто, вот, я говорю, выскочило то, что вы сейчас услышите. Вдруг появилась песня о Даманском. Красавицы, девчата, разукрасьте свои хаты, да наденьте самый лучший свой наряд. К вам с Даманского, ребята, к вам с Даманского, ребята, к вам с Даманского, ребята, прилетят в гости. Кто-то мнит себя мессией, а кого-то не спросили, а кого-то полста лет на свете нет. Да и ладно, эй, хозяйка, водку хлебом накрывай-ка, да поставь к портрету этот монумент, этот монумент. Что ж осталось, дети, внуки, а давайте вскинем руки, и не чокаясь, и что вы дашь нам днесь, и, конечно, за державу. Какой тут нахрен траур, их всего-то полегло десятков шесть, их десятков шесть. У державы цель другая, цель глобальная такая, и снаружи мы воюем, и внутри. А ведь встал бы за Россию, снова встал бы за Россию тот пацан, живым вернувшись с Уссури, если был бы жив. Но все меньше, меньше, меньше мужиков, все больше женщин. Значит, есть кому оплакать всех солдат. Даманский, он на месте, он и в сердце, он и в песне, он и в птицах, что над водами кружат, в птицах, что кружат. А Даманский, он на месте. Водами кружат в птицах, что ли.
летят. Старый Бакин на реке, ночь уже не вдалеке.
Софьян, зажигая огонь, баржа бросит. Ты заснешь в своих валанах, буду я плутать в потёмках. Да не дай бог на топляк ветер бросит. Ты заснешь в своих валанах, буду я плутать в потёмках. Да не дай бог на топляк ветер бросит. Старый Бакин, как часы, усмехается в усы и расчесывает их гребнем волны. Как последний солнце луч не вернется из-за туч, вот тогда зажгу огонь свечкой полной. Как последний солнце луч не вернется из-за туч, вот тогда зажгу огонь свечкой полной. На реке огонь горит, на бараже матрос стоит, я машу ему рукой, словно в детство. И баржа прошла уже, и спокойно на душе. Бакин, не гаси огонь, дай погреться. И баржа прошла уже, и спокойно на душе. Бакин, не гаси огонь, дай погреться. Без трамвайчика никак. На стыках промыхая, не спеша, бредет по рельсам желтенький трамвайчик. В вагоне дремлет золотистый зайчик. Святая безбилетная душа. В вагоне дремлет золотистый зайчик, святая безбилетная душа. За пыльным поцарапанным окном бесшумное мелькание предметов и лепестки счастливейших билетов шуршат о чьем-то счастье отрывном. И лепестки счастливейших билетов шуршат о чьем-то счастье отрывном. На остановках шум и толчья, привычный образ ждущего народа. Но наш трамвайчик не сбавляет хода. В вагоне только зайчик, ты и я. Но наш трамвайчик не сбавляет хода. В вагоне только зайчик, ты и я. Мелькнет в толпе знакомое лицо и растворится в жизни быстротечной и вроде бы немного до конечной. Но снова начинается кольцо и вроде бы немного до конечной, но снова начинается кольцо. И снова возвращение печать лежит на стеклах трещина паутиной. И снова путь неимоверно длинный и рельсы, что никак не поменять. И снова путь неимоверно длинный и рельсы, что уже не поменять. И постепенно, набирая ход, слегка искрящий желтенький трамвайчик бредет туда, где неуклюжий мальчик опять за 3 копейки счастья ждет. Thank you.
придет туда, где неуклюжий мальчик опять за 3 копейки счастья ждет. Гениальная записка. А можно что-нибудь хулиганское? Я думаю, как раз вот Александр Моисеев сейчас хулиганит там начнет. Ну что хулиганское? Что имеется в виду хулиганское там? Рюмкова – это Лепс. Это Георгий Лепсу. Мы-то вовнутрь, а в нем на столе. Вот, очень рады вас видеть. Спасибо. Как уж я рад вас видеть, дорогие вы. Вы себе не представляете. Исполните, пожалуйста, песню «Заплыв». Песня «Заплыв» — это не песня, это жизнь. Ну, тут так и 3 отделений не хватит вообще. Это концерт по заявкам. Не, я понимаю, что вы не торопитесь. Это, как говорится, есть. Давайте попробуем спеть вместе. Вот посмотрим, насколько вы вместе споете «Зеленое небо, красные облака». Легко. Ну, понятно, что вам-то легко. Послушаем, да, послаженности хора. Песня для тех, кто не знает, сразу предупреждаю. Песня глупая, но добрая, да. Заряженная. Извините. Посмотрим, как глаза друг. Вот это я дал установку. Глаз светлый, рука легкая. По волне, не по соленой, по речной. Пароходик, оплывающий свечной, как положена труба, над нею дырит. Только дым слегка недвижен, а над ним зеленое небо, красные облака. Побольше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака. Побольше краски не было у чудака. Я вижу активных людей, я приветствую активных людей, да. Сейчас второй раз, да. Хочется, чтобы более слаженный хор зазвучал. Давайте готовьтесь. На песочке, не на сладком загаличной. И зажмуривалась робкая луна, и тихонько освещала нам она. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски. Молодцы. Но внутреннюю глубину я ощущаю, да. Последняя попытка. Не копите в себе. Я про энергию, а не про меню. Выхлыститесь, в хорошем смысле этого слова. О, Господи, что я сказал. На листе, не на кленовом, на пустом. Кто-то видит все, что забудется потом. Кто-то видит, что прошло, да не забылось. С кем-то рядом, с кем-то вместе, с кем-то рос. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Ну! Теперь я верю, что люди есть. И поехали! Зеленое небо!
бонусом, бонус-треком, песня, которую не собирался петь, песня «Не моя», песня, после которой обычно концерт заканчивается сразу. Врачи, отоларингологи счастливы, они начинают там щипцами, у них есть щипцы вообще? Ох, у них все есть. И вперед, да? Значит, много-много-много-много лет назад, дело было в Новокузнецке, под Новокузнецком, фестиваль авторской песни, когда еще самодеятели. Раньше фестивали шли там по 8, 10, 12 часов. И где-то так 4 час утра дружно храпят зрители, дружно храпит жюри, выступающие какие-то выходят. И вышли два парня из Новокузнецка и сказали: песня «Побудка». Потом я уже остановился, что это на стихи, по-моему, «Овсея Дриза». Вот, они спели, я тяну только два куплета, и все, потом я прощаюсь, причем кивком головы прощаюсь. Почему, поймете, побудка. Вы можете записать рингтоном на свои будильники. Очень действует, между прочим. Век не стрижен пес-барбос, тяпу-тяпу-тяпу-па, шерстью черную зарос, тяпу-тяпу-тяпу-па, в лужу черную глядит, тяпу-тяпу-тяпу-па, что за морда там сидит? Барбос, тяпу-тяпу-тяпу-па. Вот как хильно он зарос. Кто просил хулиганское? Не узнал себя барбос, тя-тя-у-па. Вот как хильно он зарос, тя-тя-у-па. И сердито поморгав, тяпу-тяпу-тяпу-па, пес воскликнул хам-хам-хам. Барбос, тяпу-тяпу-тяпу-па. Вот как сильно он зарос. Дети и взрослые, всегда вовремя ходите в парикмахерскую и в гнездо глухаря. Спасибо вам огромное. И главное, будьте здоровы. Спасибо.